Добрый вечер, уважаемые телезрители. Я приветствую вас в передаче «Точка зрения» на канале Dotcom TV. Приближаются холода, и вместе с ними приближается окончание строительного сезона. Строительство – это поистине такая сфера, где никогда ничего не бывает идеально. Тем не менее, мы всегда стремимся к лучшему, поэтому очередное окончание дорожно-строительного сезона – это, в принципе, хороший повод для того, чтобы подвести промежуточные итоги и сделать небольшую работу над ошибками. Я представляю вам гостей нашей сегодняшней студии. Это Дзинтер Закис, депутат Сейма и член комиссии по народному хозяйству и региональной политике. Добрый вечер. Добрый вечер. Это Игорь Прилатов, руководитель технического отдела управления коммунального хозяйства. Здравствуйте. Вечер добрый. И Иосиф Реут, руководитель строительной компании «Даугавпилсбурмеханизации». Добрый вечер. Добрый вечер. Игорь, говоря конкретно о нашем городе, наверняка уже есть какие-то цифры о том, сколько же денег было закопано в дороге Даугавпилс с весны этого года. Давайте начнем с того, что не закопано, а уложено дорожное полотно, дорожная одежда. Но если говорить о цифрах, то у нас есть дорожный фонд, это деньги, выделяемые с управлением на дорожные работы. Это более 1,5 миллиона евро в этом году. В эти работы входили такие работы, как периодическое содержание, ремонт тротуаров, грейдирование, заливка швов, аварийные работы, текущие работы. На данный момент уже, допустим, произведено более 500 миллионов евро работ. Это грейдирование, аварийные работы и периодическое содержание. Что касаемо европейских проектов, то на данный момент израсходовано в этом году 7 700 000 евро. Внушительно. А есть ли какие-то крупные европейские проекты, в отношении которых есть опасения, что они не будут закончены до холодов? Конкретно у нас есть это два объекта, но на собраниях подрядчик говорит, что в этом году они постараются успеть выполнить все работы, чтобы не перекладывать их на следующий год. Но это такие объекты, как улица Даугавас и улица Лепаес. Лепаес уже второй год делают. Вот видите, такие участки, которые проходят вдоль частного сектора, частных домов и плотной застройки, они действительно сложные, потому что очень много жалоб от каждого жителя, так как кто-то хочет сделать больше въезд, что-то надо переделать. Плюс внахлёст идут другие проекты по укладке сетей, перекладке коммуникаций и прочее, что вносит свои коррективы в сроки и, ну, нередко заставляет строителей притормозить на каком-то этапе строительства. Но мне кажется, что строителей притормозить иногда заставляет то, что банально нет строителей. Это не так? Да, я с вами соглашусь. На данный момент у нас в стране, так сказать, не только у нас в городе, существует такая проблема, так как за, наверное, лет последние 5 мы потеряли достаточное количество молодых людей, специалистов, тех людей, которые работали в строительной отрасли, получили опыт, но, к сожалению, данный опыт они сейчас показывают не у нас на родине, а за границей. Иосиф, ваши сотрудники тоже уехали в поисках лучшей жизни или хоть кто-то еще остался? Уехал всего лишь один или два человека. Значит, за моей фирмой так они немножко стараются держаться, я стараюсь их не подводить. Но не все зависит от, скажем, конкретно от Иосифа Риота или от того, как сложилась ситуация. В общем, строительной отрасли сложилась не совсем правильная ситуация, на мой взгляд, что есть проблемы, которые они до конца не решаются. Ну, давайте назовем топ-3 проблем, на ваш взгляд, в строительстве, которые самые актуальные и самые острые. И сразу адресуем этот вопрос представителю власти. На мой взгляд, проблема в том, у строителей, что мы участвуем в конкурсах, в основном критерий победы – это ВЗМКЦ, самая низкая цена. К сожалению, это ведет к тому, что снижается качество работ, и резко ухудшается состояние охраны труда и техники безопасности,
снижается заработная плата, включая, может быть, даже до нелегальной конвертной, и отток квалифицированных кадров, если их не устраивают. Они социально не защищены тогда. Это первый момент. Второй момент о том, что, скажем, когда побеждает по самой низкой цене фирма генподрядчик, они довольно много накладывают для своей фирмы процент генподрядной, и в итоге субподрядчик, получая от них уже как исключение, чтобы как-то сохранить рабочий класс свой и фирму, но 10-15% генподряда. Это ненормально. Я когда работал при легкогенподрядчик, там был у нас 3 миллиона в латах объект, субподрядчик у меня получал, скажем, вернее, я с него получал 6%, 5-6%. Это более-менее на все расходы фирмы. Но когда записывают 10%, и есть, я не буду называть там фирму, есть пример, когда выиграв конкурс 500 тысяч евро, значит, ближайшая цена была 600 тысяч, то есть на 100, это 2, получается 20%. Они мне говорят, давай заключим договор. Я говорю, давайте попробуем, это по желтой книге, желтая книга, проектирование вместе со строительством. Давайте посмотрим, смогу я войти. Мы когда посчитали, оказалось, что я им звоню, говорю, так я даже при 5% генподрядной и то не смогу, потому что это практически демпинг. Но мы тогда найдем другую фирму. Спасибо. Ну, в принципе, то есть ясно, одна проблема тянет за собой другую. Безусловно. Основное – это низкая цель. Когда-то был очень неплохой вариант, это американская система, когда была средняя цена объекта, 10 выше, 10 ниже, все остальные отбрасывались, и дальше вот среди этих фирм рассматривались победители. И я скажу, что вот 85% имея денег из-за, так сказать, границы, Европа дает, 15% софинансирования Латвии, экономить на том, чтобы была самая низкая цена, это абсолютно неправильно. И вот тот закон, который войдет в силу с 1 октября, насколько я знаю, он там более-менее эти вопросы регулирует. И, к счастью, строители, думаю, что немножко ситуация изменится. Единственное, что 2015 год для строителей будет очень плохой, потому что программы 2015 года опоздали. Кто их готовил, они поздно уходят. Ну ясно. Дзентерс, да. Есть действительно какое-то решение на сегодняшний день вот с этой самой низкой ценой? Об этом говорят много лет. Неужели удалось ее решить? Я начну с последней проблемы, что коллега сказала, и тогда вернемся. Хорошо. К самой низкой ценой. На самом деле, значит, заканчивается период прошлого планирования. До 2013 года были те европейские деньги, которые сейчас как раз заканчиваются. Последние проекты в Даугавпилсе тоже, они того периода. Но Министерство транспорта и связи договорилось с Министерством финансов, что проекты следующего года мы уже начинаем в этом году. Даже без того, что конкретные программы, конкретные правила кабинета министров приняты. Единственное, это Министерство транспорта, которое так может сделать, потому что проекты на дороге, они все-таки в основном очень одинаковые. Там километр от дороги около Даугавпилса почти ничем не отличается от километра дороги около Гулбена или не знаю, Резекне, все равно. То есть разрешили, и мы уже, Министерство транспорта и связи уже проекты на дорогах, уже конкурсы А13, А12, это уже конкурсы следующего уже как бы периода планирования уже начинаются быть в процессе. То есть для строителей, для дорожников, да, больших проблем с этим не будет. Мы постараемся сделать так, чтобы денежки непрерывно были для предпринимателей доступны. Дальше, насчет низкой цены и может быть, более сложной системы выбора победителя. Да. Во-первых, уже достаточно много что можно делать в рамках нынешнего закона, потому что разного рода критерии, которые можно выставлять обычно те комиссии по закупкам, стараются написать так, чтобы было гораздо, наиболее выгодный. Но если можем, конечно, идти к тому, что откидывать самый дорогой, самый низкий, и тогда между собой конкурировать. Или же можно идти к тому,
тому, что будем, скажем так, самые наиболее хозяйственно выгодные, да? Но прикиньте, какому Эйнштейну надо будет быть тогда тому начальнику комиссии, который скажет, что из 10, допустим, там 5, 6 или 7 самое выгодное, и потом объяснит, почему не 6 миллионов, допустим, а 9 миллионов было самое выгодное для самоуправления. Особо если мы говорим о дороге, допустим, если мы говорим о том, что повсюду одинаковая щебенка с одного же того же самого карьера, одинаковый асфальт, одинаковый асфальтобетон, одинаковое покрытие, и почему тогда выгоднее за 9, а не за 8, допустим, миллионов ставить. Я понимаю разницу между закупками, допустим, компьютерная техника или, допустим, такой, ну, транспорта, да, есть какая-то база ремонтная, конечно, выгоднее работать с тем, какая ремонтная база у тебя есть, и если там предлагают какую-то другую технику, тогда уже это невыгодно, потому что сервис. Тогда, но по дорогам, где, в принципе, все одинаково. Ну, выгоднее, например, взять фирму из своего самоуправления, потому что если она зарегистрирована здесь и работники задекларированы здесь, то все налоги с их зарплат, с их прибыли пойдут в бюджет города. Ну, или же в бюджет Латвии, или же в бюджет Латвии, где мы все вместе под одним бюджетом и все в одном, все-таки в одной системе находимся. Может быть, но опять же, ну, интересно было бы спросить, а который из заказчиков, который из самоуправления, после того, как приняла смету, провела конкурс и реализовали проект, потом сверили, что из сметы получилось и что из сметы получилось с точки зрения зарплаты, что не получилось. У нас была очень серьезная дискуссия на эту тему в комиссии. Мы сначала хотели сделать такую систему, что в конкурс входит как бы из сметы все то, что не касаемо зарплат. Ну, то есть между собой соревнуются предприятия за счет технологий, дешевле привезти, дешевле, ну, всякие разные. Зарплаты отдельно, потому что зарплату, чтобы не конкурировать за счет меньших зарплат. Угу. Идея такая была. Почему не поддержали? Эту идею закончили тем, что написали, что действительно 75% от средней зарплаты должно быть, то есть если меньше, чем 75% от минимальной от средней зарплаты, то он не квалифицируется в этой закупке. Приняли, нашлись очень старательные юристы и очень серьезные предприниматели, которые написали в Конституционный суд, что они, может быть, хотят платить меньше, и они имеют такое право. Конституционный суд этот закон откинул обратно, и пришлось нам эту норму вытащить. Но решение суда – это не такое бинарное решение, там «да», «нет». Ну, там очень долго и четко расписано, почему и как, и что. И исходя из этого, мы понимаем, что такого рода систему мы вводить можем. Но эту систему надо очень детально распланировать. Ну, то есть, действительно, бывают случаи, что новая фирма приходит на конкурс, в прошлом году она еще не была. Значит, в прошлом году у тебя не было зарплат ни одного, значит, ты не мог платить 75% от средней зарплаты в прошлом году. Вот как в таких ситуациях? Как в таких ситуациях, когда идет, допустим, ну, как это, не знаю, на русском правильно, габалдарбс. Ну, когда... Вот если такие работы, допустим. Ну, вот, допустим, есть конкурс айтишникам, где ищут какого-то, не знаю, там, системного администратора, который работает в каком-то месте конкретно и какие-то договорился, сделал. А как ему быть с этими 75%? Ну, то есть, я просто хочу зарисовать, что ситуации, они действительно бывают разные, но по отношению, допустим, к тем же самым строителям, допустим, начало для эксперимента тем же самым дорожным строителям. И четко нарисуя, как происходит в ситуациях, которые действительно исключение из нормы, я думаю, что мы можем к этой регулировке вернуться. Надо будет просто так подумать, как тем юристам, которые придумали, как откинуть закон обратно, как им все-таки доказать, что мы были правы. Замечательная постановка вопроса. Игорь, я хочу поднять еще одну проблему в нашем городе и тоже вот потом услышать мнение господина Закиса на этот счет. Вот есть два таких ярких примера, когда в ходе завершения неких строительных работ был обнаружен брак. Это, во-первых, по укладке плитки в крепости, во-вторых, на кольце вот на выезде с моста, когда положили этот такой камень, который выбивает большегрузные машины. Я уверена, что в процессе строительных работ этого брака еще больше.
больше, просто мы об этом не знаем. Как вообще строители реагируют на ваши требования это все дело устранять? Насколько эффективно это получается? И существуют ли какие-то проблемы действительно? Давайте изначально заменим слово «брак» на некачественно выполненные работы. Ну, что касаемо в крепости, факт имел место быть, но есть такие фирмы, как Биндерс, и многие другие фирмы, которые, вот, ну, Иосиф Ревот, допустим, подтвердит, механизация тоже такая, одна из тех фирм, которая дорожит своей репутацией и никогда не откажется, если действительно были какие-то некачественно произведенные работы, потому что есть всегда человеческий фактор. К сожалению, то же самое здесь сказывается. Отсутствие специалистов, надзора технического с опытом, у которого действительно он 8 часов в сутки находился бы на объекте, контролировал каждое движение и участвовал, так сказать, в строительстве сложных конструкций и прочее. Поэтому такие фирмы, они дорожат своей репутацией и никогда не сделают так, что если они выполнили какую-то некачественную работу и откажутся ее переделать. Биндерс, ну, в этой ситуации одна из тех компаний, которая согласилась, что работы, да, были произведены качественно и согласились на переделку за свой счет. Ну, вот, Дзентерс, вот действительно получается так, что, ну, это, то есть, даже не то, что там человеку с техническим образованием, это мне видно, что плитка вот так вот вся положена и танцует по дороге. Можно как-то действительно на законодательном уровне обязать вот тех стран того самого стройнадзора, например, чтобы он действительно находился на объекте, как да, говорит Игорь? Да, в новом, объясню, в новом законе именно это уже сейчас будет записано, что был взрок, ну, тот, кто надзирает, кто надзирает со стороны заказчика, он должен быть на месте, он должен, ну, там сказано очень четко, что каждый промежуток, строительный промежуток, он должен присутствовать и принимать на месте сделанные работы. Я думаю, что ситуация, когда один бувузрёк берет там 50 объектов, появляется там раз в 3 месяца и подписывает все бумаги обратным ходом. Вот это мы и видим. Нет, это уже в прошлом, такого уже не будет. В этом новом законе гораздо более большая ответственность этому лицу за то, что он делает, и за то, что он принимает. Второе дело, что очень важно, что и сама фирма, и ответственность фирмы, и риск фирмы при, допустим, невыполнении обязательств, при разрыве договора, сейчас у фирмы очень серьезный риск попасть в список некандидатов на следующие закупки. То есть фирма может просто вылететь из системы, если не будут выполнять свои обязательства и будут разрывать договора. Это чревато очень-очень серьезными последствиями для фирм. И вот так названные, допустим, Биндерс, они, я думаю, из-за своей репутации, из-за своего риска не быть в системе, они починят и еще золотые там эти кирпичики поставят, лишь бы только не получилось проблем с невыполнением работ. Ну, посмотрим. Иосиф, и вот когда говорит... Да. По крепости могу добавить, почему там брак. Значит, когда мы участвовали в конкурсе, был конкурент Биндерс в моей фирме. У нас было на 200 тысяч дороже. Вот если бы было принято на 200 дороже, ну, плитка там бы лежала нормально. Всего лишь цена вопроса. Вопрос цены. Вы вот, говоря, уже затронули тему субподрядчиков. Я тоже хотела ее обсудить. Я так посмотрела, вот, Бюро по надзору за публичными закупками, я нашла вашу фирму, например, вот только в Прейле на двух объектах, где вы генподрядчик. Да. А на субподрядах вы работаете? Работаю. А почему не участвуете в конкурсах или почему не побеждаете в этих конкурсах? Из-за цены все время? Безусловно. Я сколько вот, уже не одагупился, а здесь в округе Дагупилс-Новоц. Моя фирма третья, четвертая, потому что я закладываю зарплату вместе с налогами, это первое. И смотрю качество. Не буду называть объекты, где Дагупилс-Новоц работает победившая фирма. Вместо чернозема заводят торф. На торфу трава расти не будет. И вместо там, значит, подготовки нормальной под асфальт, смотрю, что-то такое непонятное возит. Непонятно. Вот, и поэтому я в этом году не сумел выиграть ни одного конкурса, хотя участвовал старательно. У нас есть персонал, который грамотно ведет обсчет. Мы не завышаем цены там потолочные, но мы не можем ниже пола опуститься. А когда, я уже рассказывал, там побеждает фирма по цене, по которой работать практически нельзя. А как вы потом идете к ней на субподряд? За какие деньги? Так я потому сегодня у многих не работаю.
У меня был конкурент Бендерс по одному объекту здесь докупился. Он победил и говорит, давай, значит, пожалуйста, на работу. Я говорю, по той цене, по какой я. Но на этом мы остались. Мы в неплохих отношениях, но нельзя по той цене, скажем, я считаю, ну, может быть, где-то, допустим, мы там, может быть, 2-3% ошиблись, не больше. То есть, когда закладывают объект по низкой стоимости, я уже говорил, это и нарушение охраны труда, это качество, это низкая зарплата, может быть, не совсем правильная. А я уже говорил и когда-то Латвии с Бунник ассоциации, когда у нас были собрания годовые, что получая из-за рубежа 85%, 15 в Латвии, можно один рабочий строительный 4-5 профессий параллельных развивает. Вот экономить на этом не нужно, и тогда в нашем государстве, в госказну деньги будут вращаться за счет налогов. И неважно, в Даугавпилс они придут или в другом городе. Ну вот, Центрс, вот эта проблема с субподрядчиками, она правда иногда доходит до абсурда. У нас ситуация такая в городе, то есть официально, я так понимаю, в управлении коммунального хозяйства ни один субподрядчик не фигурирует. У них фигурирует генподрядчик. По факту мы видим, что на разных объектах в городе работают люди в униформе абсолютно разных фирм, это опять-таки видно невооруженным взглядом. То есть они работают на каких-то сдельных там условиях, между собой договорившись, неофициально, без всякой гарантии оплаты этой работы. Как эту ситуацию можно исправить? Ну, начнем с того, что достаточно долго в законе было записано, что большую часть от проекта должна делать сама фирма, которая выиграла конкурс. Но опять же, ситуации бывают очень разные. Бывает стройка, где очень серьезные, допустим, там, ну, не только бетонные работы, но и IT-решения, и бог знает еще какие. В Евросоюзе принята директива, что таким образом ограничивать нельзя. Пришлось и нам из закона выкинуть норму, что ну, генерал должен много делать сами. Дальше. Сейчас в новом, опять же, законе записано, что очень большая роль в выборе и утверждение субподрядчиков у заказчика. То есть заказчик, комиссия, которая видит смету, видит генерала, но и они должны соглашаться с каждым субподрядчиком. Это уже в законе записано. У нас даже была такая идея, но эту идею отклонили, объясню почему. Идея, что когда идет генерал на следующий конкурс, он должен, во-первых, это уже записано в законе, не должен иметь долгов перед бюджетом, да? А второе, что мы думали каким-то образом записать, чтобы он не имел тоже долгов перед субподрядчиком прошлым. Здорово было бы. Да, здорово было бы. И прикиньте, тогда один маленький субподрядчик мог бы спокойненько стать таким шантажистом, который может загубить любого генерала. Я, конечно, преувеличиваю, да? Но опять же, такого рода систему можно придумать. И мы придумаем, как правильно. Но ее надо задействовать так, чтобы она действительно не становилась, опять же, ну, слишком в другие ворота. Чтобы не становилось так, что генерал должен как бы умолять и договариваться, и потом еще как бы терпеть действительно какие-то ну, шантажи, или как это назвать. Ну, да? То есть надо выдумать эту систему так, чтобы был какой-то честный арбитр посередине. Да? Но принцип того, уплачивает или не уплачивает генерал субподрядчику правильно все платежи, и плюс уплачивает ли субподрядчик все налоги за зарплаты и так далее. Это должно учитываться, чтобы понять, честный или нечестный генеральный подрядчик пришел на конкурс. Сложная у вас работа. Вот напишешь закон, а на практике оказывается... Да. То есть мало написать хороший закон, нужно еще обучить, наверное, участников сферы не злоупотреблять этими нормативными актами. Хороший закон такой, который не слишком четко все регулирует. Скажем так, что если стараться написать закон, который буквально до миллиметра каждый шаг регулирует, всегда придумают, как это обойти. Очень часто в таких ситуациях надо доверять, допустим, тем же самым самоуправлениям, которые заказчик, который знает, умеет и может сделать лучше так, как для него на месте лучше. Допустим, что одно из дел мы сейчас думаем, менять эти ну, уровни, с которых вообще закупка начинается. Допустим, если закупка обычных материалов, не знаю, там воды, стаканов или еще чего-то для предприятия, с 4000 евро начинается уже процедура закупки.
устарела. Давным-давно уже за 4000 можно купить так мало, что нету смысла там бумагу как бы портить и писать эти конкурсы. Там будем делать, не знаю, 20 тысяч, может быть, 40 тысяч. То же самое со стройкой. Если разрешим, допустим, по-моему, в директиве стоит записано 1,5 миллиона евро, это ступень, с которой надо делать вообще конкурс. Если, допустим, ну хотя бы 500 000, это ступень, это граница, с которой надо начинать этот конкурс. По-моему, многие самоуправления вздохнут и сразу поймут, которые предложение самое лучшее, и сразу поймут, с которым предпринимателем можно работать, кто жульничает, кто нормально работает. И вот такой закон, по-моему, работал бы гораздо правильнее, потому что доверяя своим же как бы структурам, ну, будь то государственные, будь то структуры самоуправления, доверяя просто, и, ну, конечно, следить надо, что там дальше происходит, да, но, по-моему, это в нынешнем веке информационных технологий, там мало кто рискнет, там заниматься неправильными какими-то решениями, там быстро рынок сам себя приведет в порядок. То есть вы хотите сказать, что в Европе обязательно нужно проводить конкурс, если предполагаемая сумма проекта свыше 1,5 миллиона? Это директива говорит, что если больше 1,5 миллиона евро, обязательно конкурс, и уже процедура должна быть написана. То есть Латвия, как всегда, переусердствовала в введении директив Евросоюза, то есть мы даже на самый маленький. Нет? Потому что, ну опять, с какой стороны посмотреть? Ну вот вы сейчас классически попадаете на те вопросы, которые всегда в комиссии смотрят. А как быть с конкуренцией? Мы могли бы сделать 1,5 миллиона, и, допустим, там Резекне взяла бы одного строителя, я слышал, так и есть. Кто-то бы взял другого строителя, кто-то третьего, и каждый бы строил своему самоуправлению. Вообще никто. А что новым делать? Ну, я понимаю, коллеги фирмы, которые работают уже с 1974 года. А вот, допустим, коллега помладше придумает, а я могу сделать фирму и быть лучше. А как он попадет на этот рынок, если рынок занят уже такими, где нет конкуренции? И тут начинаются большие риски коррупции. Не в коррупции дело. Дело в том, что опять же, написать закон надо так, чтобы какой-то уровень, какая-то возможность входить в рынок новым была бы. Но чтобы рынок был защищен, допустим, от... Вот, нельзя, наверное, в Европе это говорить, протекционизм, да? Но нам надо закон написать так, чтобы мы могли реализовывать протекционизм, но чтобы была возможность новым нашим фирмам все-таки на рынок, ну, создаваться и на рынок попадать. Нельзя, но давно пора. Это, наверное, тогда значит, что нагрузка и ответственность закупочных комиссий, она еще несколько раз возрастет. И, допустим, те самоуправления, в которых есть закупочные комиссии, и те люди, которые состоят в них, они не получают, допустим, за это заработную плату, но, как мы знаем, ответственность финансовую в том числе, и причем очень большую они несут. Нет, все вот сейчас уже все реально, и самоуправление, и государственные учреждения, и предприниматели, все говорят, ну не мучайте нас этими ну, конкурсами с низких сумм. Ну сделайте эти чуть-чуть повыше эти уровни, ну, чтобы можно было. Да. Вот по вопросу расчета с подрядчиками элементарно простой есть вариант. И вполне закон юридический. Какой? Значит, если генподрядчик начинает плохо платить, заказчик имел бы право ему сказать, что составляем тройной договор. Значит, и вместо денег напрямую генподрядчику имеет полное право по этому тройному договору платить субподрядчику. И вопрос нет. Но эта инициатива должна быть заказчика. Замечательно. Если генподрядчик вообще покажет, что у него есть субподрядчик. Не, он не может не показывать. Ну, в августе сейчас так и есть. Они не говорят об этом официально. Так субподрядчик изменяет, принесет форму «ты подписан». А прикиньте ситуацию, когда генерал дал субподрядчику нормально сделать работу, субподрядчик напортачил, ему не платят, а он говорит сразу заказчику, платите мне, пожалуйста, на проверку. Я не об этом. Процентовка подписана, все нормально, вопросов нет. А денег не платят. Тогда тройной договор и вперед. Ситуации, я просто примером доказываю то, что ситуации, они действительно бывают разные. И в разных ситуациях нужно отрегулировать так, чтобы честно по отношению к обоим партнерам. Согласен, абсолютно. Да. Мне известна, допустим, история, что у нас у субподряда есть еще субподряд, и у того субподряда есть еще субподряд. Да. Ну, это вообще, в этом не разобраться, да. Ну что ж, разговор, правда, интересный, он заходит уже в плоскость обмена мнениями. Я думаю, да, мы продолжим это после окончания нашего эфира. Что ж, спасибо вам за высказанные мнения. Действительно, хорошая новость в том, что дорожно-строительный сезон подходит к концу. Не очень плохая, действительно, новость, наверное, в том, что те проблемы, о которых строители говорят уже годами, как мы сегодня узнали от господина Закиса, наконец-то начинают решаться. Это не так просто,
потому что, как он продемонстрировал наглядными примерами, бывает, примешь что-то, а на практике оказывается, что люди этим злоупотребляют. Будем надеяться, что ситуация исправится, и депутатам действительно удастся найти оптимальный вариант. Спасибо вам за внимание, до новых встреч.